Порождение огня. Это существо рождается в углях, оставленного без присмотра магического огня. Оно исключительно опасно для неосторожных волшебников и зельеваров. Нужно вдохнуть жизнь в этот огонек. Либо наклонись к книге и подуй на угли, либо помаши руками, чтобы пламя разгорелось. Прекрасно. Теперь пламя хорошо разгорелось. Посмотрим, что получится. Пожалуй, довольно. Так можно и меня поджечь. Остались только угольки. Существо скоро появится. Пепло-змей. Поразительное создание. Что же это у нас? Бери увеличительное стекло. Так, ты посмотри. Глаз. Пеплозмея легко заметить в его любимых темных углах, благодаря его светящимся красным глазам. Продолжай исследование. Тебе еще многое нужно узнать. О, тело. Тело пеплозмея тонкое и светлое. Срок его жизни составляет всего один час, после чего змей рассыпается в пыль. Нужно еще кое-что найти. Ты видишь? Яйца. Пеплозмеи откладывают свои раскаленные яйца в уединенных местах, чаще всего под фундаментами домов. Если это происходит, дом может сгореть за считанные минуты. Приготовь палочку. Есть! Все, уполз. Не расслабляйся. Так, а вот и тлеющее яйцо. Теперь в котел. И опускай в котел. Хорошо. Положено начало нашему везению в чистом виде.